Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 18 января. Наши предки по приметам в этот день предсказывали будущую погоду. Кольпятух несвоевременно запел, видать, оттепель скоро. По небу звезды рассыпались к морозу. Ежели день погожий, к вечеру темным из-за облаков стал продолжительным морозом. А какая же погода ждет нас завтра, 18 января? Сейчас я вам об этом поведаю. В селе Бураево Бураевского района Республики Башкортостан все стабильно. За окном минус 8 градусов. День будет облачным и без осадков. В поселке городского типа Новые Бурасы Новобурасского района Саратовской области минус 11. Пришло время активного отдыха после долгих праздничных выходных. А еще лучше, если отдыхать вы будете вместе с родными. Серо и дождливо в поселке Икибурул Икибурульского района Республики Калмыкия. Там воздух прогреется до 2 градусов. Небо будет безоблачным. Жителей будет радовать яркое солнышко. Такая же погода и в селе Буревестник Нижегорского района Республики Крым. Только еще теплее. Там плюс 13. Плюсовая температура простоит как минимум до конца января. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог.